стрим. А я не выключал трансляцию, у меня оно все время запущено. Пускай запущено будет. У тебя все нормально, не заправимся. Что, поехало? Угу. Да, все, Twitch вроде просирается. Итак, всем добрый вечер. Сегодня у нас такое знаменательное событие, как 25-летие совершенной игровой системы. Без игр. Да. Система, которая никогда не лагает. Система, на которой самая лучшая музыка. Как-то так. И сегодня у нас, соответственно, начнется это все дело с Boss Rush Challenge, в котором примут участие Андрей Юрченко, Ник Титан. Привет. И Егор Рычков. Он же Смоки. Да, здорово, пацаны. И в конфе сейчас Михалыч и Серега Спол. Да, да, привет всем. Да, всем привет, я заодно рестримлю это дело. Да. В общем. Давайте правила, я хочу их. Правила. Послушать. Итак, сегодня у нас Boss Rush Challenge. Соответственно, у нас 20 боссов в целом. Первые 10 боссов это у нас на одну попытку идут. Потом дальше 9 боссов идут на 3 попытки. И последний босс, как last boss, на 5 попыток. А в чем суть челленджа? Так как у нас два участника, соответственно, как это у нас будет? Михалыч, ты... Ой, извини, что перебиваю, но Михалыч, ты ники поменяй, ты их перепутал местами. Да. Да. Действительно. Вот. Получается, кто, ну, если человек проходит босса, то ему просто одно очко. Если человек проходит быстрее другого босса, то ему еще один дополнительный балл. То есть за прохождение одного босса можно получить... Два балла максимум и один балл, если приходишь вторым. И можно ничего не получить, если проигрываешь боссу. Так, с боссами на три попытки там, по-моему... А, ну да, там тоже, в принципе, такая же схема. По одному баллу и одному дополнительному баллу. Вот, как-то так. А то сколько боссов вообще всего? Всего 20 боссов будет. То есть последний босс не на время, а тоже, да, на попытки? На 5 попыток, да. На 5 попыток. То есть получается 10, 9 и 1, правильно? Да, именно так. Все ясно тогда. Так, можно загружать первый ром, да? И сейв тогда уже на счет 3 какой-то. Да, в принципе, там на паузу, по-моему, поставлено. Сколько помню, я кратко объясню там с управлением, что да как. А что, погнали, Андрюха? Ну и да, давай погоним. Я запустил сейчас, если пошла картинка игры, скажите все, что да. Норм бы. Что это за игра, интересно? Или сразу сейф будем забирать? Какой-то линк синий выбежал на заставке. Я не знаю, я загружаю сейф. Ну я мало чего вообще знаю. Так, это слот 1, да? А как сейвы тут загружать? У меня пишет анон файл exception. Так, файл, лот, game position, слот 1. Так. А, вижу какой-то призрак. Файл, лот, слот 1. Так нету ничего. Ты, Егор, скинул папку сейф в основной каталог игры с этого эмулятора. А, так надо было сразу вам заходить, и все. Ну ладно. Сейчас, короче, небольшие, как всегда. Так, я готов. Тут у меня какой-то синий линк и босс. Какой-то неизвестный тоже. В общем, что нужно? Как игра называется? Magical Pop and Pop. О, я знаю, откуда. Так, ну тут что нужно знать? Б-прыжок и Y-удар. Все, это единственное, что нужно знать. Ну, то есть получается, как на обычном джойстике АБ, да? Нижняя кнопка прыжок, а более левая это удар, правильно? Да. Вот. Я готов. Кто отчет будет делать? Я? Тут есть какие-то возможности, что-то. Просто прыжок, удар и все, да? Ну, это все, что нужно знать насчет этой игры, чтобы победить того. Что у нас не First Run, Boss Rush Challenge. То есть на счет 3 мы отжимаем паузу, правильно? Да. Кто считает? Считайте. Серега? Давай, по традиции. Ты же организатор. Я организатор. Я думал, Серега по традиции, он все время читает. Ладно, счет 3. Раз, два, три. Все, я погнал нарываться. Ой, стулья летают! Я уже словил у дома. А я нет. А вот сейчас словил, стулья летают. Такой, он с таким прикольным звуком это тень-тень-тень делает. Все, босс сдох. Уже? Да. А и у меня тоже. Так. Два очка. Получается счет 1-2 в пользу Смакея.
Да. Я не знал, что он такой дохлый. Там три удара получилось по боссу. Да. Первый босс как-никак. Ну да. Давайте второй. Так. А теперь мне... можно перетягивать, да? Ну да, ром, получается, перетягиваешь просто и... Ну, так. С сейвами то же самое там. Ладно, я загрузился, я на паузе. Так, да, там получается на выборе босса. Так. Тут можно сейчас загрузить сразу сейв, тоже будет на паузе, да? Да, да. Так, я загрузил. Так, что мне здесь? Только старт нажать. И какие кнопки? Так, кнопка B у нас, соответственно, прыжок. Ну, повторно B в прыжке — это полет будет. Ну, тут, в принципе, это не шибко нужно. Ну, Y — это засасывать предмет. Когда Кирби его засасывает, то потом его им можно выстрелить во врага. Все. Кирби сосает. Кирби-пылесос. То есть этот босс сейчас дерево вот это, да, которое торчит? Да, да, да. Понятно. Все, две кнопки тоже, да? Да. Давайте немножко подождем, потому что что-то реально у некоторых проблем в чате. Ничего не идет. Я сам пытаюсь перезагрузить страницу, и у меня... Там качество должно было включиться, по идее. Говорят. У меня нормально все идет сейчас. 70 человек вроде как, все нормально, зритель показывается. Угу. Что тут это за игра? Старт нажать, да, надо будет? Да, просто старт нажимаешь, и все. Я перезагружаюсь, у меня нихера нет. Ну ладно, я боксим, я вырубаю тогда все. Но у меня нет потерь вроде бы, сейчас я гляну. Нету потерь. Да и у меня нет. Михалыч должен... Ладно, давайте играть, короче, боксим. Да, давайте. На счет три. Раз, два, три. Ну, погнали. Твич говно. А что, тут еще идти куда-то? О-о-о! Это же босс дерева. Да. Первый босс. Опа, урод. Я не могу засасывать его облачка. Что-то я не могу понять. О, у меня какая-то херня появилась. Облачко, походу, не засасывает. Все, я убил его. А че, вторая форма, ёпта. Куда вообще дамажит? Куда этот вообще дамажится? Ай, он черный ублюдок. Он мешает. Черный ублюдок, ты мешаешь. Совершенной игровой системе совершенный босс. А чё, это было не жизнь босса? Это были жизни черного ублюдка. О, я попал. На тебе в нос, тварь. Да, как кто убивает, сразу кричите, что убили. Да, я убил, я уже говорил. Всё, я сосай. Тебя замочили? Так, нет. Я сосай 1 очко максимум. Так, надо сейчас только не зафейлить. Ну, вроде несложный босс. Егора там поимели немного. Да меня поимело черное облачко, которое я выстрелил какого-то хрена. Ну оно начало меня троллить. Я не мог ударить им босса, так бы я, может, обогнал. Все, я прошел. Так, сейчас становится 3-3. Давай, следующий ром — это кибернатор какой-то. Да, кибернатор. Так, ну тут... Что тут нужно знать? Тут... Тут, в общем-то, Y — это стрельба, и если зажать левый shift, то это фиксация стрельбы. Это желательно его сразу зажать, и все. Блин, это мне так вообще неудобно, надо было все-таки играть на джойстике, и то я на клаву решил сесть. Это какой-то контра, что ли, сейчас будет? Так, короче, Y — стрелять, Б — прыгать, L — фиксация. Ну, тебе нужно только стрельба и фиксация стрельбы, и все. Ну, ладно. Все, будем ровно на счет 3. Я уже готов. Отжимать паузу. А, тут, да, сейчас паузу. Все, я тоже. Давай. Счет 3. Раз, два, три. Просто лети там вправо. До упора. Джейк! Мобайл, как тебя пропустить? Ой, мне уже камни дымажат. Стрелять-то хоть вперед на... А че, вон, ракеты какие-то летят. А, вот павер я какой-то выбил. Блин, чё... Дайте пауэр! Он не летит ко мне! Пауэр меня затралил! Когда... Пауэр не нужен. Как это немного кривовато этот. Он взорвался. Да. Он взорвался, я не знаю. Всё это? Или нет? Там должен быть. Всё, у меня тоже взорвался. Mission complete. Ну да. Так, получается... Кто быстрее? Андрей первый, да? Я 4. Да, он вообще быстро сдох, я вообще ничего не понял. Я сейчас вверх-вниз только дёргался. Что за метеорит, там хрен увернешься. Че какой-то бред. Трольская пышка вылезла. Ну, да, оно помогло, и мне аж 2 их, по-моему, выпало. А, скажу сразу, они не шибко помогут в этом плане. Ну, у меня ракеты поменяли, ну, вместо пулемета ракеты начали лететь. Четвертая игра — это какой-то шмап.
Space Megaforce. Да, Space Megaforce. Тут что по нему нужно знать? Правый shift — это смена стрельбы режима. Ну, в принципе, можете его не сменять, потому что он тут и так нормальный. Потом Y — это атака, B — это бомба. Ну, Select — это как-то компайловский шмап, то смена скорости. В принципе, тут даже на первой скорости нормально все это делается. Ну что, я готов. Сейчас я загружу сейв. Так, значит, все как стрельба, Select — смена скорости. Нужно она мне или не особо? Да не особо тут босс такой. А L что дает? Смена режима какого-то, да? А, правый shift — это смена режима стрельбы. То есть там разные режимы стрельбы по оружию. Ну, ладно, сейчас разберемся. Вот, ну, Y — атака, Б — бомба. Ну что, готовы? Да. На счет три. Раз, два, три. Я хотбол набираю. Ну, жопу этому боссу. О, нифига себе. Какой спред. Он со мной удящийся, что ли? Нет. Я взял 8 селект какой-то. Зачем я это взял? Да лучше не брать его, наверное. Я уже теперь слышу. О, нифига. Это как ганаки. Оружие мое любимое причем. Давай, умирай. Бомбы юзаем. А чё так, я единицу какую-то взял, вообще стало любимое оружие. А я специально не брал, я знал, что в этом ганнаке там это говно. Отстой! Нифига себе! ХП, где мой ХП? Два лазер! Я вообще лазер сдох. Мощнее. А не, у меня есть жизнь, да, еще типа? Да, там если отбрасываешь полуспину, если тебя отбрасывают на чекпоинт, то это типа проиграл. А, тут все, я проиграл. Пока жизнь есть, продолжайте. Ну все. Я взял! Я его победил! Я вообще слился, я пошел. Я взял какое-то дерьмо вообще. Ого. Я вообще полное дерьмо взял. У вас бомбы еще есть, если вы умираете. Добрый! Есть, все! Сдох! Отлично! Сдох, так. Не брось! Что это вообще за оружие, говняное, какие-то шары? Так, я тут ноль. Шмап, это явно не мое. Значит, так, получается, сейчас становится 5-6 в пользу Смакея. Да. То есть, Андрюха не прошел? Нет. Да я вообще в шмапах нулевый. Блин, а пока разобрался, что я взял, блин, какое-то дерьмо. Надо было не менять это оружие стартовое. Игра называется SRAM? Нет. Этот, Кайза Чоусен. SRAM. Бесстыдство. Походить. Бесстыдство. Что тут нужно знать по поводу этой игры? Б-прыжок, Y-атака. Если удерживать Y, то будет, ну, чардж. При этом чарджить можно только стоя на месте, и все. Тут еще есть еще одна атака, Шоурюкин. Ну да, это... Сложно, пипец, как. А за этого персонажа есть еще доп-атака. Что-то там... Да, я не знаю, как ее сделать. Я не знаю, как Street Fighter Шоурюкин делает. Ну, тут, если Шоурюкин получается... делается... Ведет низ вперед, типа. Ну да, там... Не получается. Dragon Punch, короче. Я эту игру видел. В общем, четверть круга там нужно исполнить ее атаку. Ну, вам это не нужно знать. О, получилось раз. Так, на счет три мы заходим за стену эту, да? Заходим за стену, да? Да, да. А, то я на паузе, то так, подожди, что я тут могу заряжать? Ну все, я готов. Ну, на счет три. Раз, два. Ой, блин, я чуть раньше. Я тоже чуть-чуть зашел. Да, ничего страшного. Загрузимся еще раз. Давай, отгрузимся, да, то я тоже раньше времени забежал. Ближе сработало, чем я думал. Так, давай считать. Все, готово, да? Раз, два, три. Так, у меня шум дома. Стяночка. Она ругается. Как я понимаю? Да, на японском причем я никогда не понимаю. Это не скипается, нет? Нет, это не скипается. Это... У меня сиськи вообще норм такие. Я куда свалила? Ты на берегу. Чё это за осьминог? Это босс местный. Да, вот. Ну, надо его бить, по сути. А, у меня 5 хп. На, блядь, получи! На, получается 5 хп. Ты огребаешь, тварь! Ты не на того нарвался! Греби! Упс. Мне же нужно только голову бить, да, получится? Да. Умри! Вот, блин, один хп остался. Ну, что за фигня? Он я его только начинаю бить, он прячет. На! Yes. Все, Егор убил. Да. Поздравляем. Как спиды холодный. Ты маскин пить. Блин. А, я уже щупальца убил вместо босса. Ой, щупальцам тут аккуратнее надо быть. Нам, наверное, надо постоянно разговаривать, чтобы шума от Андрея не слышно было. Да, блин, меня поприкатить пришли, поэтому.
Извините. Я могу опять тише сделать микрофон, попробую. Да, бум-бум, да. Говорить просто. Говорить бум. Короче, я убил вторым, да. Так. Так, что становится, значит, 6-8 в пользу Смакея. Я сбил со счета, это какой сейчас ром? Шестой или седьмой? Да, сейчас шестой будет. СФЦ он какой-то немножко... Нормально, он должен пойти тут. Тестил. Это первый босс, что ли? Ну да, Чилпингвин. А чё у меня не драгендроп не работает? Чё у меня драгендроп не работает? Драгендроп не работает. О, всё. Только не увидишь, это последний босс из седьмого Мегамена. Подождите секундочку. Это первый Мегамен. Подождите секундочку. Эй. Ждём. Не, ну сейчас чил, сейчас тогда вообще отхватит. Тут, по-моему, кроме подката же ничего нету сейчас. А, ну да, получается, есть только дэш, выстрел, чардж и прыжок, все. Ой, подкат, да, дэш. Не подкат, дэш. Так, ну с управлением. Я немножко прогнал народу, это уже совсем. Так. Так, чё я должен делать здесь? Так. Можно. А, мне если паузу зажимаю, то уже сразу бой, правильно? Нет, нет, там направо пойдете, будет бой. А, да? Так, да. Это свин, наверное, да? Так, все, на счет 3 тогда, ну, тут сейчас, все понятно. Сейчас скажу, что тут с управлением. Тут получается правый shift это dash. Ну или два раза по направлению. Это, ну, да, вперед-вперед, это будет тоже dash. Выстрел Y, ну соответственно charge можно, оружие все знают. Прыжок есть. Ну и не забывайте, что у вас есть один и танк почти полный, на всякий случай. И от стены открыть. Ну это совсем изи с и танком. Ну, босс на одну попытку. Скорость же. Ладно. Ну, давай. Все готово, да. Скажешь как. Так, ну, раз готово, то на счет 3. Раз, два, три. Ну, он такой бесячий, да. Ну, я обычно с него начинаю. Все с него начинают. Ну, да. Потому что у него можно этот чардж взять. Че он, блин, сюда приперся? Че-то вообще не... Я забыл паттерн. А вот я как раз недавно играл, и все помню. Я давно. Как по мне, так это один из самых простейших боссов в игре. Да, у меня 2 хп осталось. Где мой Е-танк? Турбопалец, давай! Ой! Упс. А вот это было не очень приятно. Упс, это было тоже не очень приятно. Да чё он вообще делает? Блюдок, мать твою, ну иди сюда. Говно собачье. Жлоб вонючий. Жлоб вонючий. Я вообще забыл, как играть в этого Мегамена после 9-х и 10-х, там где нет никаких возможностей, ну только... У меня палец устал дрочить эту кнопку. Да блин! Вонючий! Умри, плиз! Он еще неуязвимо становится в некоторые моменты. Да. Есть такое. Все, убил, слава богу. Да ладно, как так быстро-то? Фак. Так, Титан сокращает отрыв. Все, я вообще-то отстаю на сколько? На балла 3, да? Нет, сейчас уже будешь на 1 отставать. Победил Егорка. Наверное, чарджем, да, валил? Да, я уже понял, что надо его валить чарджем и не спешить. Потому что я сразу ее танк просрал, почти его не продамажил. Так, на счет становится 8-9 в пользу Смакея. Моя игра, черепашки-ниндзя. Да. Нет. Черепашки-ниндзя. Да не, это еще... Это же Лазерхед, да? Да. Так, что тут с управлением? Селект — это пауза, если что. Y — удар. Y плюс B — это спецудар, но он дерьмовый и тратит жизни. Атака в прыжке, там, не знаю, Б и потом Y. Ну, стандартный, в общем, черепашки. А бег тут как, вперед-вперед? Да, бег вперед-вперед, но, в принципе, он вам, не знаю, нужен тут или нет. Где он херово работает, так что если он у вас не работает, значит, что... потому что игра... Да в жопу этот бег тут не юзабельный вообще. Вот сеговская версия в плане управления удобнее, конечно. Сеговская версия вообще бег просто импа какая-то. Короче, рулит бег в сеговской версии. Ну, ладно. Ну, тут понятно, 2 кнопки, в общем, да. Что, готовы? Да. Раз, два, три. Блин, я старт нажал. Я тоже клацал 2 раза старт. Ну давай, ты же головой. А ты вообще раз в черепахах, ну в этой части, или нет? Он ну, тут, ну, по-хорошему. Он в блюдок
такой же головой здесь. Вот я честно не помню. Не, он в принципе такой же, всякий, по идее. Ох, типа. Да не такой же. Не такой же. Вот давай, Драка, он меня хвостом вообще кивнул. Мне кажется, что здесь как-то медленнее замах идет, чем в сеговской версии. Ну очень медленно замахивается Микелян. Майки вообще какой-то тут плохо. Да, вообще еле-еле махает. По-моему, все один. Не знаю, я за Майки всегда прохожу. Я за Донни. Дон медленный, но сильный. А Майк... Я не проходил эту игру. Я проходил только на PS3 ремейк этой игры, вот этот решел. Все, Все, Егор пошел. А тут, по-моему... А у меня еще одна жизнь есть или... Есть? А, да, я... Конт будет только и тогда... Не, на самом деле, бег нормальный вперед работает. На клаве, да? На геймпаде, нет? Да не-не-не, он нигде нормально не работает. Только что меня срабатывало. Фиг знает, прерывиться надо. Но это не значит, что у тебя сработают другие 100 случаев из 100. О, убил, хотя бы убил. Ох, улетел, нет! Хотя бы убил. Ладно, Смокей снова отрывается, 9-11 еще становится в его пользу. Так, номер какой, 8, да? Да. Ганбари Гаймон первый. Я долго во всех играх разбираюсь, так. 9-11 в пользу Смокея. Так, что тут по поводу Гаймона нужно знать? Б прыжок. Y-удар, правый shift — это смена оружия на дальнобойное. Ну, не знаю, оно вам нужно или нет. Оно есть вообще? Скажу сразу, хитбокс с оружия тут немного кривоватый, поэтому осторожнее. Окей. Паузу тут отжимаете? Можно паузу отжать сейчас, да, или просто, нет? Просто паузу отжимаете там. Там направо. Нет, направо пойдете, там босс будет. Сейчас... тут же как-то деньгами, да, бросается? Вот. Да, если на правый shift нажать, там смена оружия будет. Все, я понял. А, на меня напала какая-то хрень, меня же продамажила. Ну, потом просто перезагрузить. Да, я перезагрузил. Я что готов. Потом, да. Тоже... Блин, надо тоже перезагрузить, тут какой-то огонек летающий. Все, готово, да? Да. Раз, два, три. Я видел, как эту игру Арина проходил. Я помню плохо, но я видел, как он ее проходил. Что это за выпук? Это выпук. Какой-то трубкой бился, у меня йо-йо. О, его надо отбивать. Зачем я это правда сказал? Да. Блин. Да я и так это, я помню это. А, вот теперь все, я трубкой бьюсь. Ну, потому что... А тут получается дамага тебя уже. Я не могу отбить трубкой, трубка говно. У меня вообще еще голимая трубка стала. Эй, я сейчас сдохну так. Выпух вонючий. Сколько ему ударов надо? Там полоска же. Полоска, да. Где? А, во, вижу. Блин, вот же срань, а? Что, убил? Да, как так-то? Я сдох. Все, я не прошел босса. Итак, значит, что мы получаем? Сейчас сравнивается, да? Мы получаем... Да, сейчас сравнивается, сейчас становится 11-11. У нас борьба, ребятки. Гуф труп! Что тут делать можно? И куда мне идти? И что вообще делать? Так. У Гуфа такая пиписька какая-то выдвигается, когда он бьет. Так, Гуф труп. Что тут нужно знать? Тут нужно знать, что всего одна кнопка B нужна, и все. Что делает кнопка B? Если стоишь рядом с предметом, то это значит поднять предмет. Если нажать кнопку B просто, то он поднимет руки, и, соответственно, таким образом ты можешь перехватить предмет, брошенный в тебя. А то, что буква Y... Не нужна. В принципе, не нужна. Не нужна выдвижная. Тут разве что она там, не знаю, на 4 раза может тебе... Ладно, я сразу стою. А где-то тут можно что-то проверить, поднять, нет? Нет, в этой локации, к сожалению, нельзя. То есть я использую только нижнюю кнопку, чтобы поднимать какие-то предметы, и все? Ну, я говорю, то есть вот нажимаете кнопку, он поднимает... Ой, я колокольчик поднял. Он не нужен. Да. В общем, тут просто поднимаешь руки и перехватываешь предмет, и, соответственно, снова кнопка B — это бросить предмет. Да, когда у тебя руки поняты, если на тебя летит какой-то предмет, ты его ловишь. Понял. Такая механика. Ну, я готов. Вот. Да. Все, никогда готово. Такую игру не видел. Готово? Там наверх, если что, нужно будет. То есть, на счет 3 я иду вверх, да? Да, да. Ну что, готово, да? Да. Раз, два, три. Ой... Люди, вы не представляете, как трудно выбирать музыку из SNES. Да, представляем. Представляем. I will smash you! Так. Блин, какие-то... Сейчас будет вакэмол какой-то. На, лови бочку.
Да, блин, я же вроде нажимал. А, я должен кнопку раз нажал и все. Нифига себе, я отлетел. А где мои хп? А, вверху, в левом углу, это 6, это количество хп, грубо говоря. А я могу все подбирать или только бомбы? А, не только бомбы, бочки тоже можешь. Блин, я вот это путаю, я все время пытаюсь клацнуть в нужный момент кнопку, вместо того, чтобы ее один раз нажать. Эти твари меня троллят. Да, что-то мне эта игра тяжко дает. На, умри, все. Все, прошел. Все? Теперь, да. У меня еще половина их здесь, если не все. Вообще не понял, что тут как тут. Да блин, я вроде с поднятыми руками был. Это как у нас в Архангельске, короче, у меня знакомые организовывают концерт Гуфа без Гуфа. А он все равно умер. Короче, я вообще тут... Поприглашает разных рэперов на свои вечеринки, и вечеринки называются концерт Гуфа. И Гуфа никогда не приглашает. Ну чё? Да я еще этого, я еще на нулёвке тут пытаюсь что-то вытащить. Блин, я опять нажал кнопку, все, я бы сдох. Эх. Не прошел? Так, да нет, я что-то. Я все время пытался клацать кнопку в тот момент, когда у меня что-то летит. Из-за этого я получал дамаг. Не знаю, привычка какая-то после какой-то игры. Понятно. Нефиг играть в говняные игры. Да, наверное. Все, там в хорошие игры потом невозможно играть. Ладно, сейчас становится 11-13 в пользу Смакея. Шапчик! Yes. Так, у нас последний босс на одну попытку. Это Rendering Ranger R2. Что тут нужно знать по поводу управления? Игр стрельба, Б, развернуться, ну, развернуть корабль назад, но эта кнопка не нужна, так что забудьте про кнопку Б. Х это бомба, А это смена оружия. Оружие сразу проверьте, какое у вас там есть, чтобы вдруг что нужно переключать. Но сразу скажу, что самое эффективное это будет первое, второе. То есть... Кнопка стрельбы, это я понял. А еще какая используется, кроме разворота? Х это бомба, А это смена оружия. Так, ну ладно. Я понял. Х, да, Х это треугольник. Я просто на PS3 геймпаде играю. Поэтому... А. Так какой переключить оружие еще раз? Кнопка А. А это правая, Б это нижняя, Х да. Это верхняя, Y это левая. Все, понятно. Так, ну соответственно у каждого оружия своя бомба. Скажите, как готово будет. А у каждого оружия чьи бомба отличается? Да, да. А бомба на какую кнопку? На Х. Блин, неудобное управление. Я запомнил. L и R не используются, да? Да, L и R не используются. Неудобное управление, конечно. Так, все, на счет 3 мы отжимаем паузу уже с этого, да? Да, да. Да. Все, готово, да? Да. Ну что ж, раз, два, три. Спредик. Ой, блин, я потратил бомбу, идиот, вместо того, чтобы сменить оружие. А тут не страшно, тут бомба восстанавливается. Со временем. Так, что это такое? Тратим бомбы, меняем оружие, а бомба все. Так это динозавр, что ли? Это большая жирная башка. Большая жирная башка, дай пирожка. А куда его дамажить, зубы, что ли? А там пушку уничтожить. Вы будете так... понимать, куда его дамажить, когда он будет моргать. Да, я не буду. Я вообще понял уже, как. Я только пушки бьют. А, вот, вижу, глазик какой-то начал моргать. Это реально босс, а не целый уровень? Это реально босс. Такое напоминает, как Final Mission, третий уровень. Тут... О! Что-то у него бомбануло. А где мои хп вообще? Вот это 4 квадратика? Ну да, верхний левый угол. А чего у него хп не убавляется? А тут он такой. По частям разваливающийся. Да. Вот. Там вроде несложно, он атаковать не успевает ни хера. Тут просто, если умираешь с текущим оружием, то текущее оружие у тебя становится самым минимальным. Отстой. Так что аккуратней. Я пока не могу понять, что тут самое сильное. Ну, вы не подсказываете. Да, ладно. А то все равно одна попытка тут. Тут получается две жизни у вас, в принципе, думаю, тоже. А, то есть если... О, я понял, то... куда дамажите все. Сейчас он нагребет. Босс, ты огребаешь. Все-таки вдруг. Успокойтесь. Я зажарился немного. Я тоже. Да, тут это у него следующая форма, грубо говоря. Это было неожиданно. Да, какой жирный босс. Выгнулся. Еще ни одного зуба ему не отломал. О! Ну зубы-то вообще когда-нибудь сломаются. Ну, он жирный, да. Он жирный. Я знаю, как дамажить его сквозь зубы.
Ага. Да, у меня одна хпшка осталась. Сейчас я... У меня, кстати, тоже. Сдоклебал. Ну, с точки зрения графона, кто-то написал в чатике, то что да. Сешка сосет. Просто эта игра была очень дорогущая. У нее... Мне, по-моему, все оружие стало нулевым, нет? Нет. Ну ладно, вы гоните, что ли? На Сеге вы... есть шмапы с ничуть не худшей графикой. Это самый обычный графон. На Сеге в 90-м году, блин, Гаярис был, в котором графон был лучше, чем все у нас уже есть на SNES. Мне, честно говоря, не очень здесь графон нравится. Тут пока он... что его вообще не видно, обычная графика. Ну тут в целом, в остальном по игре он такой. А я из-за того, что я просрал оружие, конечно, мне сейчас будет тяжело. Да, еще да, скажем, блин. что эта игра очень поздняя. В то время на Мегадрайве выходили Adventures of Batman and Robin, все мы знаем, с каким графоном, которого нигде на свете нет. Он сдох. Все, Егорку прошел. Хоть бы теперь мне главное его хотя бы убить. Ой, там еще и мод 7, 7-й мод этот вонючий. Ну да. Понятно, откуда графон. Ты каким оружием его бил? Синеньким, я да? Синим оружием его. Да, я просрал его, и теперь у меня беда. Я там еще бомба у него была самая такая мощная, сквозь зубы прямо валила у босса. Я пока полетаю, тогда посмотрю, что за шмапчик, может, интересный. Ну тут не все шмапом идет. Получается ранган, скучный ранган вместе со шмапом. Скучный ранган, а шмап... Полон знает, что жанр ранганга... Ой, не ранганган, жанр шмап это... Для меня тоже суровое испытание. У меня нет у них скилла. Ну шмап... Да, шмапы мало играют, это тяжеловато. Шмап тут такой довольно средний. Платформеры. Только... Какой-то вон, как в Eliminate Down'е прям ракеты полетели. Короче, надо было мне, наверное, не это оружие уже, а какое-то другое юзать. Уж это вообще никакое. Я, кстати, на тестах этого босса Раша слил этому боссу. Ну я там. Так я это самое очень агрессивно играл. Да блин! Вообще всем, кроме синего оружия, убивать вечность. Не обязательно, спред первый еще не так плохо. Ну, вот а спред вроде тоже спред. Поначалу у меня валил нормально. У тебя этот четвертый спред. Тут же еще первый есть, он получше. А, еще есть? Они. Который красненький, а не зелененький. Все, убил наконец-то. Теперь уже по три попытки, да, пойдет? Сейчас пойдут боссы по три попытки. Уже. Так, значит, на смоке у нас еще больше оторвался. 12-15, плюс 3 в пользу смоке. О, нет, только не эта игра. Тоже не знаю. Wild Guns, я пробовал ее пройти, и она мне показалась очень сложной. Впервые вижу, опять же, рассказывайте, что да как. Смотри, да. Преимущество, он игры знает. Я их знаю, это... Да нет, он на самом деле несколько всего знает. Я все, да, несколько их знал. Мега Мэн Икс, что еще, все. Он так же, как ты, на самом деле, мало с нас играл, поэтому так и подобрали народ. Почему твой ник всегда Смоки читал? Потому что он считается Смоки, а Смоки меня просто называют, что так удобнее. Так, ладно. Смоки неудобно. Что тут с управлением? Игрок — это стрельба. Если зажать кнопку стрельбы, соответственно, сам не перемещаться не можешь, только прицел перемещается. Так, еще раз, какую кнопку зажать? Игрок. Ну, стрельба. Ну, квадратик. Да. Так, Б — прыжок, есть дабл джамп. Соответственно, ну, в воздухе нажимаешь еще раз прыжок, там, выбираешь направление, там, типа, скакивает от воздуха. Ну и X-бомба. Скажите мне, на что дэндиуская это похоже? На Пунишер, что ли? На Пунишер, да. Да. Типа, да. Так, ну, вроде бы с управлением тут все, больше так, ничего не знаю. Стоп, первое — стрелять, двойной прыжок, и что бомба, еще? Бомба, X. Бомба на X, да? Да. Как у меня X, все, понял, ага. Я готов. Все, готовы, да? Да. Счет 3. Раз, два, три. Ой, какие-то глаза. Опять рак! Что ж ты столько раков-то? Это финал босс, да, какой-то? Нет, это один босс. А! Он меня... А чё? А чё я... Убери свой пушник! Тут он может... Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Какой-то ужас. Он встанет. Да, он может... Я уже жизнь слил. Гриша про бомбу сказал? Да, что бомба есть. 4 я бомбу юзаю вас. Бомбу, все, мне насрать, я просто юзаю бомбы. Чё-то я вообще с управлением. Он руками прикрыл свой хлебальник, тварь. Да. Патроны. Кто там долбит? Блин. Да. Всё, что ли? Две жизни, да? Ну да, да. Две жизни. Ну, это моя первая попытка. Андрей, найди бомбу, пожалуйста. А где её найти?
X. Так, мы ждем попытку. А, не, кнопку я понял, я нашел. Не, Егор, сразу запускай вторую попытку, и все. Все хорошо. Сразу. Ну точно нет никаких, типа, перекатов? А что это летает? Патроны какие-то? Ну тут как... Не совсем перекат. Я какую-то гранатомет взял. Что, я его убил, нет? Или еще вторая форма есть? Нет, у него одна форма. Ну, одна форма только, и все. Аминь. Сейчас, что, подождите, пошел, я еще дверь закрою. Да, Андрюх пошел. Блин, ну я лах. О, патроны летают. Нихера себе, я такого не видел. Так это ж нормал. А, понятно. Вот, немножко нагнал. Хард не специально. Да не, у вас вообще прибавы, что, ребятки, у вас вообще ничего не ясно. Так, прошел? Я его пытаюсь завалить. Егор пока пытается. Это вся попытка. У меня последняя жизнь опять. Он, кстати, есть. Все. Да. Нет. Он, кстати, благодаря Бобби упрощается конкретно. Пройдено, да. 14-16 в полюс Макея, Андрей упрощает. Руками Бастер рука. Да, что-то не, что-то опять японское. Да. О, это говно, которое что-то да, ты да. Жестко, да? Да, это игра говно, сразу говорю. Спасибо. Я не видел, но я наслышан. Что тут нужно знать по управлению? Игрок — это засасывание предмета. Соответственно, когда предмет в руках, то повторно нажимаем игрок — это стрельба этим предметом идет. Перебью на секундочку. Можно сейчас отжать паузу? Да, можно, конечно. Тут босс направо, если что. Ага. Так, все понятно. Тут засасывать ничего. Ну, тут, Кирби какой-то опять еще один, я так понял. Вот котелку прибежал, манекен. Еще какие-то... И все, больше кнопок нет? Ну, кроме прыжка. Тут, по-моему, еще есть бег, но я не помню, на какую кнопку, он, по-моему, не нужен, да, Серега? Я спер ее ноги. Бег. Ну, на какую-то кнопку. На шифты, бег. По-моему, направо. На L у меня вот сейчас бег. На любой бег. На шифты, значит, это бег, но я не знаю. Но когда ты засасываешь, нельзя бегать, я уже понял. Да. Это так. Ну, скажите, когда готов. Ладно, я понял, короче. Я тоже готов. Готов. Все, готово. Раз, два, три. Поехали. Блин, еще и конвейер. Ой, я даже не понял, что меня задамаживает, честно говоря. Ну, вверх еще стрелять же может. Ну, в смысле. А, вверх может стрелять? А, это они. То, чтобы они бросают, нельзя засасывать. Да, тут только определенные предметы. Я просто думал, что... У меня один мужик уже остался, он что-то переключает. Слышь, мужик, не переключай! И он слишком быстро переключает. У меня чпок. Ой, это алмаз. Так где арбуз-то, твою мать? Давайте мне арбузов, быстро. Чё это за хачик? Да, отпусти меня! Он меня выебал. Да блин, как вообще... Он меня просто натянул. Как можно... У меня так же самое. Как можно вообще от их атак уворачиваться? Ну, от одной атаки, по крайней мере, можно уворачиваться. Когда он бросает, я вообще не могу ничего эти сделать. Книги, вонюш. Я первый раз его убил, просто, ну, как-то говорится. Да ё-моё, я опять слил. А две жизни даются, это типа чё, попытка? Ну, да. То есть мне надо было загружаться, можно было ещё продолжать? Надо было не загружаться? Не, лучше загружаться было. А, лучше загружаться? Да, давайте, потому что там... Да, блин, как от этих книг можно увернуться вообще? Не, попытка — это одна жизнь. Если у тебя начинается босс сначала, после смерти, то это типа всё, это попытка. Ну, у меня последняя, значит. Да, значит, у тебя последняя. У меня тоже последняя. Еще и одна хпшка осталась. Да! Блин, я еще и промазал. Так, баба сдохла. Блин, последняя хп. Ай, он меня опять чпокнул. Насадил. Один удар ему стопудняк оставал. Ну я поиграюсь, пока там Егор еще мучается. Иди в жопу мне! Ушлепок майонезный. А, еще что-то приседать-то можно было. Ну, я... Все равно это не слишком помогает. Есть! Есть! Прошел. Ну видишь, нет. Я уже понял тактику, когда, блин, сдох. Я опять отстал конкретно. Я не стал рисковать. Да, вот теперь у нас Маке вырывается так сильно вперед. 14-18 становится счет. Следующий. Блин, почему у меня драг-н-дроп работает раз через 5? Вот я тяну так и... Так, фиг знает. Не знаю. Так. Можно паузу отжать?
Там, по-моему, сразу будет выход на босса и... Да, сразу. Тут получается у нас что-то вроде арканоида. Firestriker. Тут что нужно по управлению? Вообще. А, это атака? Y это спецатака, типа сильная атака. Левый shift, правый shift это перемещение второго персонажа. Короче, смотрите, у вас снизу такая дырка, которую может улететь типа ваш шарик. Вам нужно второго персонажа помещать на эту дырку, чтобы он ее защищал. Еще раз. Кого мне нужно победить? Начнем с этого. Я просто вот сейчас серым так видно плохо, ну. Здесь сейчас на экране есть босс? Нет, здесь его нет. Тут получается, когда паузу отжимаете, там сразу к боссу перемещаетесь, будет диалог и там босс. Так, а атака? А атака и Y это типа спецатака. Ну, она у вас ограничена, по-моему, 3 раза можете ее использовать. Она особо не полезна. Да. И левый shift, правый shift это перемещение вот этого второго персонажа. Ладно. Сейчас постараемся разобраться. Второго персонажа надо внизу ставить так, чтобы он дырку защищал, чтобы до шарика не улетел. Ну, увидите, короче. Защищал от девственности. Так, давай, считай. Так, да. Значит, 3. 1, 2, 3. Какой тут первый, какой второй? Двигайся. Так. Так, это я должен этим шарик в него отбивать? Да. Фига, какая крутая тема. Прикольная игра. Я не понимаю, я вот дамажу вообще? Там у него жизнь будет отниматься, если что. Он не моргает вообще ни хрена. У него в середине только медленно, синяя. Ну, вы видите, короче, когда его дамажит, он в центр встает и начинает извергаться. Бугуртеть, короче. Да, и, кстати, это бугуртится, что вас дамажит. Я вообще не понимаю, я попадаю как бы по нему, но у него, от него просто отскакивает. А, ну и когда бьете, вы там еще зажимаете направление, куда отбивать шар при ударе. Это супер атака вообще не пал, нахер она нужна. Ну да, она идиотская. Ой, я попал. Бомбежка у него пошла. Второй персонаж хоть не дамажится? Не, второй персонаж. Отлично. Так, пока Андрей нанес 2 удара, с Маккенни одного. По крайней мере, это один. Вот то, что на стриме. Да, там задержка. Он что-то начал, да, бугуртить. О, второй удар. О, бомбит. Все, теперь я понял, что ты имел в виду под бугуртить. Игра называется Firestriker. Да, прикольно. Блин, у меня дыра открылась. Все, я убил его, да? Не убил. Он когда посерял что-то на секунду и все. Смотри, чтобы вдруг шарик не улетел. Улетит шарик, вдруг ты проиграешь. Я уже понял. Да он ты урод! Да что, взорвался, нет? Ну, убил, наверное. Да, пошел текст какой-то. Да, все, убил. У меня еще 3 хп у него. Да, какое-то говно у меня получается пройти быстрее. Да, не, кстати, игра такая необычная. Да, я такого ничего не встречал еще пока. Типа вариация на тему арканоида. Ну, короче, хорошая игра в целом. Я ее все странно прошел. Сколько ты ее оцениваешь? 10 я все странно прошел. Ну, я ее пока не трогал, чуть позже к ней можно. Я вообще не понимаю, я ему попадаю вроде бы по роже, но ему пофигу. Он отбивает. О, бомблейла. Бомблейла. Ты его все убьешь, он легкий просто. Я просто слоупок, как бы, я не попадаю. Он меня даже не сломал. Я вижу, кто это слоупок. Он у меня даже не сломал, понимаешь, что ты. Я больше люблю. Да выносливость. Я как Серега могу играть там в First Run какое-то говно там, блин, по 5 часов. Вот это ты говоришь, я в First Run прошел 2 луба в R-Type третьем. Так что... 8 часов. 9, по-моему. 9 часов. Да, и плюс еще 4 часа, который был на первый круг. Так что, ребята, я думаю, тут выносливости у нас обоих хватает. Вот в спидранах как раз я так себе... Да блин, он задолбал, давай, последний хп, умри тут же. Он меня сломал уже барьер. Бомблейла, да, бомбит. Ну все, да. Значит, еще становится 16-19. Минус 3 теперь. Опять геймон какой-то. Да, моя любимая серия как-никак. Вторая часть.
Так, что тут нужно знать? Игрок атака, Б прыжок. Также персонаж может ползать, по диагонали используется. И про диагонали главное не забывать, они пригодятся. Можно еще паузу поджимать, да? Что, Игорь? Игрок удар, Б прыжок, все, да? Да, и диагонали, и все. Можно сейчас паузу отжать? Да, да, может, направо босс. Это Гаймон? Что это за Чиполлино? Это один из заграбленных персонажей, наиболее резвый персонаж, самый быстрый и высоко прыгает. Соски. Дабл джампов нет. Все, ну. Направо, да, или? Да, да, направо босс. Что, погнали? На счет три. Да. Раз, два, три. Так, вот это мой ХП третьих полосочки. Ну погоди. Да, получается ХП это внизу эти вот три палки. Это же это Арни! Да. Отвечаю, Арни! Ну это отсылка к Астану была тогда. Тут еще у вас рисовые лепешки, которые одну полоску восстанавливают после того, как у вас все жизни потратится. Иди вон! Короче, грубо говоря, 4 жизни у вас. Арни огребает! Снова греби, блин, последний удар, тварь, улетел. Ну и у меня так само, наверное. Ублюдок, мать твою. А чё мне не восстановило, как ты говорил? Или я что-то нажать должен был? Не, оно автоматически. Арни сдох, да, когда текст пошел, сдох? Ну да. А, я тупанул. Я не увернулся, идиот. На самом деле тут тактика, ты тут, блин, за мышей и всё. Так, ну у меня ещё две попытки есть, я думаю, я его забью. Да, я уже тоже понял, что его надо было просто быстрее дамажить, а не больше его. Я боялся его. Чё, смоки опять получается вырывается? Да. Да, он и так не отставал. Ставка какая-то в следующей игре. Мажор. Вот и вот так его надо было замешать просто вообще за до того, как он взлетит даже. Вообще босс идиот, просто я долго соображал. Так. Я старался... О, я знаю эту игру, прикольно. Я старался этого босса как более-менее сбалансировать, чтобы его тактика не была такой, ну, чисто перемяс. Но, видимо, не получилось. Ладно, 17-21, минус 4 снова. Так, что я тут должен делать? Так, ну что? Драконы. Ой, какой-то дракон, да. Так, Маджи, оу, что тут у нас с управлением? Игрок атака, есть чардж. Чардж немного кривоват. Ладно, думаю, поймет. Это склер или... Ну... Нет, это... Раннинган, по-моему. Раннинган. Уже к боссу пришел. Это там. Ты в первом уровне. Да, так, Y стрелять, а прыжок B и все, да? Дабл джамп есть. Ну, двойник. Дабл джамп. Он болезнь. Вот этот серый, это босс, да? Да, и есть подкат еще, это вниз B. Ну, это дэш в случае дракона. Понятно. То есть две кнопки опять же, да? Прыжок, да. И выстрел. Да, да. Дабл джамп, главное. Да, дабл джамп, не забывайте. И чардж еще, чардж еще есть. Ну да, это удерживает. Оружие тут одно, да? Да, да. Ну, ну все, готово. Попробуем. Го. Готово, да. На счет три. Раз, два, три. Ну вообще насрать что-то. Ой. Тут он, наверное, еще пока не дамажит. А, уже дамажит. Не, ну что-то не моргает нихера. А вы стреляете по ему по-другому. Ну, нужно под... Подмышку, что ли? Примерно. Не знаю, там, как дома... Ты сейчас это видите. Какой-то огонек, да, идет вот этот? Да он охренел, дай мне чарли. Дай, блин! Короче, опять я сейчас сдохну, походу. Подкёрт, босс вообще. Да, понятно. Все понятно. Промовер, следующая попытка. Ну, босс такой, не сказать, что очень простой, но я надеюсь, что он будет проще. Я вообще не понял, просто какую подмышку ему попадать и каким чарджем. Чардж просто какой-то бесполезный. Ну, не совсем. Я пытаюсь попасть чарджем, ему насрать. Наверное, чардж... Да надо... блин, вот эта стрела, кем знает. Так, да блин, что опять сдох? Суровый босс. Да, чё я был, ну, мне кажется, я был близко, но... Так, у кого сколько попыток получается осталось? У меня последний. Одной? Одной попыткой. Андрею нужно отыгрываться срочно, да, Андрей был близко. Mm-hmm.
Я не понял, как от этой стрелы увернуться. Когда он меня в углу ей зажмет, все, труба. Там на самом деле все просто с этой стрелой. Да блин! Вот. Опять один удар ему оставался, да, максимум. Всё. Вообще не понимаю. Два удара ему довел. Я просто спешил очень. Ладно, так просто попробую. Кстати, босс не сложный так. Я тоже хочу его все-таки убить. Если с вашего позволения. Да, конечно. Еще пробую. Я вот понимаете, я подхожу, начинаю нажимать чардж и... Мимо. Надо прыгать как-то. Я вот не понял, вот ты говорил, прыжок полезный. Да, кстати, полезный. На самом деле. Блин, я вообще про забыл про даблджамп, я мудак. Да, Серега говорил, даблджамп полезен. Да, я забыл. А хоть, ну блин, так бы я бы спокойно уворачивался. Не, на самом деле у меня все равно плохо получается. Тогда можно встать, кстати, в левого края и, типа, уворачиваться. Просто чарджит, это у него короткий радиус, и опять у него один удар. Я все время его до одного удара довожу, и никак его убить не могу. Босс сопротивляется. Да. Он не хочет умирать. Я научился от головешки уворачиваться. Ну, как его рубьешь, сразу и подвяжем с ним. Вообще, изначально я планировал босса следующего уровня, но что-то как-то нет. Передумал. Там он... Не, эта игра чем-то вот эта, которая там Годзилла, есть еще какая-то вот игра, вот она чем-то напоминает. Или Ультрамен какой-то. Даже Арина играл, такие вот битвы с боссами какие-то, как в файтинге каком-то, но не очень адекватные. Какой унылый босс? Да блин, опять ему один удар. Все, убил, наконец-то. Ну, уже все равно, но убил. Ладно, для себя его, главное. Для себя убил, да. А насчет наш неизменный. Да. Эту игру тоже Арина играл, но я ее не запускал. Ну, с этой игрой... Короче, понятно все, я даже пробую. Это первый уровень, да, или нет? Да, да. С этой игрой, кстати, Егора, скорее всего, преимущество. О, First Samurai! Блин, да какое преимущество, я не помню, я же мышь... Первый босс, на котором... Ну, тут... Первый босс, на котором Арина 3 часа просидел. Ну, по идее... По идее, в игре он самый стрёмный. Так, что тут за кнопки? Нижняя прыжок. Да, Б прыжок, Y удар, можешь также бить вверх еще, это вверх Y, соответственно. И какие-то ножи еще бросать можно, да? Ну, они тут бесполезны, сразу скажу. Тут главное босса с новым оружием забить и все. Можно сейчас паузу отжать? Да, конечно. Тут направо, если только до края упрешься, то там появится босс. Так. Ножи, что-то я... А, все, понял. Ну все, в принципе. Скажите, как готовы будете. Ну погнали. Это счет... мне. А, это к статуе, стоп, я уже быстро. Близко подошел, я не понял. Так все. Еще три. Раз, два, три. Сказал мне еще, что это самый дурацкий босс в игре один. Да, да. Ну, это самый стрёмный босс в игре, не считая последним. Честно, вот не помню просто, какую голову первую валить. Я молчу. Я, по-моему, этого босса не убил. Да, да. Да, блин, вообще. Они, по-моему, одинаково по очереди там штампуют какие-то там... No, Massword! При том, что когда я эту игру проходил, First Run, я его убил то ли сразу, то ли со второй попытки. Блин, ну, эти вообще херово летят, это просто вообще ужас какой-то. Все, я сдох. Ну это, блин, тут... Я убил... Это все, он сдох, нет? Я даже меч не терял. Красава, сейчас увидим. Да. Ну, я спортнулся куда-то. Да, убил, значит. Да. Молодец. Повезло. Да его. Да, тебе во всякое говно играть получается. Я серьезно. Я говорю, я вот вообще не помню, как его валить, вот честно. Еще я помню, что я первым валил какую-то голову. Ты придумай сейчас вместо того, чтобы вспоминать, как ты валил. Да. Я вот помню, мне понравился боссом какой-то видеомагнитофон там мочил Арину так долго. Еще, кроме этого босса. У меня кулаки просто не попадают. Это бесит. А кулаки вверх бьют, потому что я не вину. Нет, кулаки не бьют. Только меч вверх бьют, и все. Так. Опять какая-то супер-пупер неизвестное название.
двигаемся дальше. Ну тут тактика же есть, точно. Все вспомнил. Тут же у него огни убиваются. Ну а просто стоять и бить мечом вверх. По синей башке. Так, последняя попытка Егора, да? Была? Да. Идет. На последнюю. Да синяя башка, иди уже. Мне кажется, между ними разницы нет, они просто чередуют атаки. Ну тут не сказать, что... Нет, у синей башки улетают огоньки. Эти огоньки могут... улетают огоньки, по-моему. Нет, у того босса, у красной змеи улетают фаерболы такие маленькие просто. А я думал, они... Я пошел. Сначала одна... Отлично. Опять что-то какое-то. Так, минус 3 становится, значит, 19-22. Так, рассказывай. Так, что тут у нас есть? Тут нужно знать, что есть только кнопка B, это прыжок. И при этом, когда зажимаете в прыжке снова кнопку B, то персонаж, получается, приземляется на хвост, типа, как будто пружинит. Потом, когда уже на земле, отпускаете кнопку B, и, типа, высокий прыжок. Короче, загрузить сейф и попрактикуйтесь в управлении. Да. Тут оно... чтобы научиться прыгать на хвосте примерно так же, как в DuckTales на палке. Ну, да, это, в принципе, можно сказать. Как тут? Да. А босса, типа, дамажить, прыгать на него надо будет? На какой кнопке? Какую кнопку держать? Б. Нижняя. Б, прыжок. Нам нужно учиться прыгать на хвосте. Вы можете на нем стоять на земле, типа. Но вам желательно научиться на нем прыгать, типа, вот приземлился, сразу прыгнул. Вот так вот. И больше никаких кнопок нет? А я не могу вообще стоять на... Зажми во время прыжка, прыжок. Да. Типа я до босса пойду, если я нажму на желтую кнопку, да? Да, на желтую кнопку нажимаешь, там вправо идешь. Да, по кому прыгаем? Лучше вот еще раз, как? Смотри, вот прыгаешь, потом зажимаешь прыжки, прыжок, держишь его. И ты приземляешь на хвост. А я вниз нажимаю, как идиот. Не, вниз не надо, просто... Да, я тоже, ты сказал, как DuckTales, я начал вниз нажимать. Я тоже. Это скорее как во втором DuckTales было. Надо было, наверное, точнее. Так, я могу бить с руки или... А, я кидаюсь. Это не нужно. Няшка. Это не нужно. Это дополнительный хп вам. У вас, короче, один хит есть на жизнь. Ну, два хп. Няшка вот это? Да. Ага. Так, а тут... Ой, я уже босса ушел сейчас. Научитесь прыгать хорошо на этом хвосте идиотском. Вам понадобится. Не, ну три попытки, может, и хватит. Я не убил, при том, что я игру проходил, и мне она даже нравится. Будет норм. Меня это выбесило. Не пугай. Мне эта игра, ну, не знаю, нравится, не нравится. Но на стриме она мне не нравилась, но когда я узнал одну особенность, то она, ладно, сойдет. Можно так сказать. Ну все, можно, наверное, начинать. Готовы, да? Мне кажется, что тут, пока прыгать на пустой поляне легко, как... А что там в сундуке? Там, по-моему, звезда, жизнь, то ли. Жизнь. Она... Он не суть важен, тут получается, умираешь на боссе, как одна попытка считается. Погнали! На счет три. Раз, два, три. А, блин, а прыгнуть на кнопку. Так, ну кто ты? О, фуря какая-то. Блин, я понял, все. Козел, как он меня затроллил. Так, это же. Блин, он меня затроллил. Это синяя, понятно. То надо позапоминать цвета. Тут это же. Блин. Да, правильно, если меня два раза продамажили, я отгружаюсь, да? Да. Тут же лучше без разницы, сейвы или нет, да? Ну, лучше сейва, в принципе. Ну хотя, по факту, не знаю, как. Да блин! Так, я его врезал. Она у меня отхватила сейчас. Еще раз отхватила. Да, этот босс для меня будет очень трудным. Я долго так соображаю, где какой раз находится. Этого босса я буду месяц убивать. Даже когда я сейчас сольюсь. А сколько хп-то у нее? А там увидите, когда... Я больше двух раз еще не попал. Да, твою мать! Макака. Да блин, ну это вообще. Сраная лиса. Да, конечно, управление здесь, ну, вот это. Не то, ну, не то чтобы плохое.
Я бы не сказал, что оно такое удобное. Сейчас солью. Да, я все, я вообще, я эту фигню буду запоминать в вечность. Я все, я слился опять. Эх. Поиграю, пока Егор будет убивать. Да. Но мне, честно говоря, вообще не понравилось. Вот лучше бы здесь вот этот хвост на другую кнопку доставался. Это реально так? Да, будет. Я тоже слил. Так да. Сложно. Ты все, слил все три попытки? Да, вообще вот нереально. Сложный босс. Contra Spirits. Ух. Японская версия. Ой, еще этот дерьмовый босс. Кто-то не играл, рассказывайте, что да как. Так. Что, ты Contra 3 не играл? Я нет. Ну, я запускал буквально метра три пробежал на эмуляторе, прострел ли работа. Так, что тут нужно знать? Y — стрельба, B — прыжок, X — это смена оружия, это в случае этим P. Еще бомба есть вроде, да? Да, какая? Бомба — это A, кружок. Все понятно. Это мне сейчас не... Ну, можно отжать паузу или нет? Ну, нет. Лучше не стоит. Понял. Ну все, давай. Сейчас там сразу будет босс. Вот это у меня все 4 жизни на его убийство, правильно? Да, 4 жизни, и у тебя есть эска в дополнительном оружии. Ну, смена оружия, если что знаешь. Угу. Нет. Сейчас оружие перейдет. Да я вообще говорю, я со СНЕСом. Даже в контру. Я готов. Кстати, подставить по ракету, то, соответственно, нужно будет отстрелить. Ну, видите, что две части, потом центральную. Прыгать по ракетам — это главное, стрелять на кнопку какую-то, вы знаете какую, да? Да, на игру. И бомбы еще. Бомбы, кстати, восстанавливаются после смерти, если что. А, ну, то есть это желательно использовать в этой игре. Сколько очков у кого вообще? 19-22 ты выполнил. 19-22? Да. Да, плюс 3. Что, готовы? Да, а да, что, разберемся сейчас. Раз, два, три. А, поддерживаю чат, это босс отвратительный. Очень приятно, да. И оружие... Ну, ладно, оружие нормально. Ага, все понятно. Все. Да, не успел... Ай! Обупительные взрывы на сносе. Блин, опять я сдох. Что ж такое-то? Да, блин, вообще какое-то... Какая-то жопа. Изначально я планировал это, к этому боссу 6 жизнями и дополнительным еще одним оружием, но Серега сказал, что это слишком просто. Это было бы просто, если бы я играл в эту игру. Это просто пиздец. Легко. Да, да, правильно. Дай! Самое сложное — убить нижнюю пушку. И она сразу же... Время вышло. 15 минут. Что такое время? У нас еще есть. Передо мной было... Да ты что я сделал? Ну, твою мать! Что мне будет за то, что это было? Что мне будет? Все, что я захочу? Да иди нахер уже, а! Можешь передать ему, что 80 человек будет считать его дебилом. Что я захочу, нормальный. Да я твою ему, блин, я приёбываю за тебя, иди нахер! Ладно, Андрюх, не обращай внимания. Да как я не могу обращать внимание? Уже, блин, след 4 жизни. Вообще, я даже эту попытку вообще не сыграл. Я одну кнопку держал только все это время. Да и последнее-то, почему 0-то сразу? Ненавижу. Все, последнее. 81 человек будет его считать, потому что я здесь тоже, в этом числе. Да, понимаю, конечно, не обращать внимания. Проблемно на все это дерьмо. Да ёпт! Да ёпт! Да блин, почему? Я вообще расстроился, меня контр это вообще так расстраивает. Да, это контр расстраивает. Всех. Да. Всех нас. Кроме наркоманов. Короче, это ничем не лучше хардкорпс. Такие же идиотские боссы. Да, так тут мы мразника больше раз, не знаю, в 20, наверное, чем хардкорпс. А есть это различие просто... между версиями там японских? Ну блин, у меня получается две попытки было, потому что... Харя, блин. Ну чё, может, Егор, тебе еще одну попытку даст за местой? Давай, да, дадим. Давай, давай еще одну. А ты доиграл уже, все убил? Нет. Давай еще одну попытку, Андрюха. Давай еще одну, Андрюха.
Да, я все равно не затащу. Я уже вижу, какой такой этот босс. Это я даже не убивал этот щит, который. Прошел? Да, я даже этот щит не убивал. Почему сразу не мог быть вертолет, на котором он будет лететь и стрелять эта ракета? Дурацкая контр. Не, надо держаться где-то больше в краю экрана. Так, Смакей набирает 24 балла. Ну, уже я... Он в недосягаемости, я правильно понимаю? Ну, мы на последнего босса что-нибудь придумаем. Чтобы, как всегда... Интрига сохранилась. Просто помню, у вас там что-то было по 15 минут до этого. Нет, тут именно по 5, с 5 попытками что-нибудь сделаем. Если, допустим, проходишь... Лучше тут спиртан не использовать, так-то я смотрю. Ну, разве что для убийства какой-нибудь пушки вверх. Я вообще не знаю, зачем он там был нужен, этот ген. Ну, это единственное оружие, которое я смог сохранить тут. Понятно. Да, так-то полезные в игре только CC и лазер. Все остальное бесполезное. Да. Короче, отличие между версиями. Японская версия самая нормальная, потому что там бесконечные конты. Не потянул. Эх. Значит, 19-24 с нас счет. Я закрыл. Это Макаймура. Нет. 19-й, да, босс? Да, 19-й босс. Спарстер. А, блин, я уже на 20-й этого забыл. Что не так? Ребят, можно я водички схожу попью? Да, конечно. Секунду. Сейчас у вас бомбанет, я чувствую этого босса. Можно паузу отжать? Это такое говно, что вообще... Это Rocket Knight какой-то? Да, Спарстер снесовский. Я играл в ремейк Rocket Knight, я помню, ну, на ПК и на PS3. Ну так, вот это я тут чардж могу и бить каким мечом, все, наверное, больше нифига. Да. Да. Но главное, он смотрит вверх. Тут есть, получается, ну, обычная атака, чардж плюс направление, типа, туда летишь. Ну и шифты, это кувырок в воздухе, чтобы выровняться. А, вверх тоже можно, все понял. Вот. Да, это тоже надо осваивать долго управление, я так понимаю. Ну что? Ой, я уже куда-то полетел. Так, ну, Шпракстер. Да, можешь отжимать там, потестируй управление. Куда надо идти вообще, если вправо, что? Вправо там до упора. Просто я смотрю, я так далеко пролетел, но босс не начался. Так, тут Егор еще раз. Какой-то прыжок. На шифты, я не шутил, или что? Или... Да, на шифты. На шифты это как бы кувырок в воздухе, он, ну так, как атака используется, но очень слабая. Так тебе нужно знать то, что B-прыжок, Y это обычная атака, если чаржить, ну если зажать Y и плюс направление, то типа ты туда полетишь. Это такая крутая атака у него есть. Босс начнется когда? Да, на канал зайдем, что ли? Куда, на самом деле. А, у меня уже начался, все, давай, я загружаюсь и... Что, ну готовы, да? Я подошел к первой зеленой колонии, так что... Я тоже к первой тогда подошел. Я готов. Все, на счет три. Раз, два, три. Мои хп это сердечки, да? Да, да. Здесь тут не с одного удара? А куда бить-то? Нет, не с одного удара. Ну, босс появится. А где босс-то вообще? А, сейчас, вот он. Сейчас появится. Сейчас все будет. Это двойник какой-то злобный? Ну, это его вечный конкурент, Toxic Gear. Конкурент. Ну да. Никто же броня одинаковая. Да и способности, в принципе, тоже. Ну, если честно, по всей игре это не самый стрёмный босс. Есть хуже. Его хп не летает, да? Ничего, хп не отображается. Чё-то он меня нагнул. Ну, он, да, он такой, может нагибать. Он быстро меня укокошит. Да, меня тоже. Так, ладно, надо значит, поаккуратнее уворачиваться с этого говна его, но... Он жирный? Ну, не сказал бы, что очень жирный. Это все-таки не Crazy Hard. Да, блин. После этого босса я еще раз убедился, что я в это играть никогда не буду. Тут тоже еще какой-то, может, бесстыдинг имеется? Ну, конечно, на Crazy Hard. Да, пожалуй. Ее суперплеер или что-то в этом роде. Мне очень понравилось, я не знаю, как в других частях, но мне очень понравилось на PS3, я играл там... Мало того, что есть хард там и Golden Sparkster сложность, так еще чтобы хард не сбрасывался, ты должен убивать босса конкретной атакой. Иначе, если ты его убил иначе, перескакивает на нормал сложность сама, без спроса. Это просто гениально.
Я уже думал, хуже нельзя было придумать, а оказывается, можно было придумать. Это, я не знаю, это какому мудаку это в голову пришло. То есть ты босса убил другой атакой, и все, он становится, игра на нормал сбрасывается. Я не знаю, у меня просто нет слов. Я вообще, честно говоря, не этот босс на 50 попыток для меня, он так летает шустро, знаете, как сильно. Я за 3 его не убил, я его, по-моему, за 4 или за 5 убил. За 4, по-моему. Короче, уебищный босс, тут нечего сказать. Ну, мне было из чего выбирать на самом деле, так да. Что... Я честно говоря, не могу понять, сколько он отнимает. Он иногда там пол хп, иногда там сразу 2, блин. Да, зависит, так твои атаки тоже отнимают иногда больше, иногда меньше. Всё, он сдох? Ты там взорвался? Да. Нифига себе. Егор, ты... Егор, не красавчик. Нифига. Егор, я тут немножко другую тактику. У меня нет слов. Тут я просто, ну... Я уже забыл, сколько я, по-моему, 2 сделал или 3, ну, не суть. Ладно, 2 попытки у меня на этого босса потребовалось. Наверное, 3. Еще 3 попытки. Я 3 сделал. Я затащил. Ну все, давайте тогда закончим. Тут отрыв такой, что... Что, босс на 5 попыток, 5 очков? Мне надо с первой его убить, чтобы хотя бы... Ладно, последний босс, да, у нас остался. Сколько у нас отрыв очков получается? 7 очков отрыв. Ну, 7 тут, очков, да, тут уже. Ну, тут уже, да. Ну, это Макаймура какая-то, по буквам смотрю. Демон Крест, о боже мой. Тут ну, босс... я смотрю Макаймура. Ну, короче, босс на 5 попыток, за сколько вы проходите, вы получаете 5 минус. Ну, я понял. 5 минус, за сколько проходите, плюс 1, вот так. Mm-hmm. То есть, проходите с первой, получаете 5 очков, проходите с последней, получаете 1 очко. Mm-hmm. Хорошо, меню, можно сейчас паузу отжимать? Да, можешь там, если направо пойти, как босс будет. Что тут нужно знать? Есть Y-атака, B-прыжок. Ну, еще если раз нажать B в прыжке, то будет полет. Ну, парение такое. Все, больше ничего нет? Оружие менять вообще или нет? А, они бесполезны все, сразу говорю. Только они первые, которые огонек, да? Да, и у вас, получается, есть эликсир, который, ну, когда умираете, он сразу хилит 4 хп. Ну, соответственно, грубо говоря, доп. Жизнь. Как-то так. Да, Firebrand. Ну, скажите как. Ример. Так, ой, я зашел. Стоп, сейчас загружусь. Короче, только огонек, все, я понял. Все, да. Я на черепе стою. Ну давай, я готов тоже. Все, все готовы на счет 3. 1, 2, 3. Кстати, это одна из тех игр, которые я хотел бы поиграть. Ну, хочу поиграть еще. Не рекомендую, серьезно. Не рекомендую. Лучше Несовские. Dragula Quest 2 самая лучшая игра в серии. На голову выше этой. Это которая геймбоевская, что ли? Несовская. Ну, можно, кстати, геймбоевскую. Там, типа, она дополнена. 2 уровня, по-моему, дополнительные 2 способности. И там еще немного пофиксили баланс Несовской. Ну, в принципе, сама по себе Несовская даже тоже хороша. И балансировки, в принципе, не нуждалась. Я так смотрю, это какой-то финал босс, такое ощущение. Ну, по факту, это финал босс плохой концовки. Все. У него тут одна форма всего, если бы это был финал босс. Да, тут еще даже бесстыдинг имеется. Тут не просто бесстыдинг, тут есть true last босс еще, который с пароль открывается. Так, почему у него хитбокс такой говно и ему по ногам не попадает? Да, хитбокс у него полное говно. Отвратительная игра. Вот поэтому я и говорю, не рекомендую. Честно, не рекомендую. Несмотря на то, что я хотел попроходить все игры серии Макаймура, уже что-то у меня желание поубавилось. Дорогие друзья, мы только что наблюдаем, как меняется мнение у человека. Буквально за пару. Познакомься с NES. За минуту. Ретрай. Ну, честно говоря, у меня к SNES, несмотря на то, что я мало игр играл, у меня почему-то к SNES, вот благодаря тем нескольким, которые мне казались неплохими, и которые я проходил, у меня мнение о SNES неплохое. Ну, потом испортится, не волнуйся. Да. Я советую начать с игры, знаешь, какой Fireman? Там есть такой бесстыдник уебищный, который вообще никто в мире не получал, и вообще хер знает, как его получить. Там нужно мало того, чтобы пройти игру на хардости скрытом, ее нужно пройти... Ее нужно заспидранить на 100%. Еще нужно умереть, по-моему, не более 2 раз. Ну, короче, это полный пиздец. Я не знаю, как это проходить. Причем сама игра тебе понравится. Сама игра тебе понравится. Вот с этой игры, короче. Можешь начать, и все, разочаруешься в SNES, по-моему. Да, как-то. То есть ты ее без бесстыдинга оцениваешь на баллов 8, да? Я ее на 0 оцениваю, потому что у меня бесстыдинг есть. Не, ну если бы не было бесстыдинга. Ну, я не знаю, да, где-то 9 можно было, 8 точно поставить.
Блин, этот босс, наверное, жирный-прижирный. Да не сказал бы. Так как это с плохой концовкой босс. Ну, я немножко понял, как его нам мочить, но, блин, он что-то начал, он резко поменял тактику. Он... Да, после какого-то дамага как-то ведет себя иначе. Нет, он рандомный. Абсолютно рандомный. Отлично. Я вас разочарую. Я, значит, словил... Лучше бы он шарики бросал. Да. Придется собирать в кучу собирательного дерьма. Не, я в принципе не против собирательного дерьма, если оно адекватное. Относительно. Относительно. То есть есть как бы некоторые моменты, которые дерьмовые действительно очень. Но, говорю, true last boss тебе не понравится. То есть, например, в GTA San Andreas неадекватное собирательное дерьмо, которое без гайда невозможно собирать. Типа всяких там ракушек под водой плавать, ну, понятно. Блин, надо последнего босса-то затащить, надо. А есть... адекватное собирательное, которое там, не знаю, 80% собирается и так по пути прижимается. Да блин, я не знаю. Какой жопный козел. Точно его ничем другим не дамажит? А, тут из всего оружия это самое адекватное оружие и все. Потому что есть, ну, как бы, земляная форма горгульи, она не умеет летать. Она по земле бьет хорошо, а в полете плохо. Я вообще не знаю, это парение оно нужно здесь. Ну, именно в этом, на этом боссе. В теории может пригодиться. Оно бесконечное? Парение, да. Я знаю, там в геймбоевске, по-моему, оно прокачивалось как-то. Оно только, да, там оно, получается, ближе к концу игры у тебя бесконечным становится. В этой игре, не знаю, зачем ввели вот эти вот способности из геймбоевской, из несовской версии, потому что потом появится костюм, который может постоянно летать, и ты можешь летать вверх, вниз там и прочее, и половина акробатики, которая здесь есть, она просто убивается и не нужна. То есть, я не знаю. Я про эту игру уже много говорил, много негодовал. А длинная сама по себе? Часа на 3. Ого. Это если на полностью, на 100%. Плюс труд. Он цвет поменял, нет? Да, он меняет цвет, когда он потихоньку начинает умирать. А у меня даже тогда молчал. Цвет... Он у меня даже тогда цвет не менял. А я его там вмешал в кнопку вообще в самом начале. То есть в упоре. Он что-то прям... другое делать начал. Нет, он то же самое делал. Это он взорвался или что? А, ну, наверное. Ну, какой-то текст пошел. Да, ты прошел. Блин, я, кстати, умер в тот момент, первый когда умер он. Со второй. Титан, он легкий так-то. Я вообще ничего не понимаю. 4 очка получает титан. Отлично. Он меня немножко покраснил. Ну, уже мало осталось, на самом деле. Блин, я сдох. Последняя попытка получается или прям? Я не знаю, сколько ты потратил уже. Вроде было 4-е это, сейчас последняя. Да. Не особо. Вот он, например, он гораздо легче, чем вот тот Спаркстер или как-то вот, которого я прошлый. Я не понимаю просто, как он рандомно летает и не понимаю, в какой момент переставать 5, летать. Молт 7. Да, тут, говорю, да, он полностью рандомный. Парение, кстати, немножко пригодилось. Я вот уже я чуть-чуть начал. И дамажу. В первой попытке я мало его использовал, во второй больше. Ну, я бы не сказал, что оно особо нужно. Почти все можно по земле обходить и подпрыгивать. Ну, то есть. Я удивлен, что, кстати, нету в списке игр, не оказалось какого-то супер кривого говна. И. Кто же составлял? И Sunset Riders. Я все-таки думал, она будет. Нет. Если бы Женя составлял бы сразу, что да, там было бы одно кривое говно. О, там был бы Sparkstar 3 босса. На Crazy Hardy. Там была контра на... третья. Last boss обязательно. Там был бы true last boss отсюда, true last boss отсюда. Там могло не, быть еще. Бы ну, просто... Без ограничения попыток, это, ну, эти все. Тут такое на выносливость бы страж. Ну, в принципе, нормально. Нет. Серьезно, нет. Это было бы ненормально, я гарантирую. Еще с несовский акселей, там два босса на жизнь сделали. Да, алкофест. Еще это, на Дракула X на снессе, драку с одним кнутом. Да, тоже, кстати, вариант. Ведь практически это там такой идиотский, это Дракула в трусах, да, который... Где прыгать надо.
по ним. С одним кнутом это... Извращение, да. Где любой дамаг в пропасть может отправить, а это бред. Не, ну в общем-то, если составлять такой извращенский босс-раш, то на СНЕСе есть где разгуляться на самом деле. Ладно, чё. А, Егор еще живой. Последнюю попытку? Наконец-то на последнем хите его завалил, лол. Отлично. Ладно, итог получается. Со счетом 23-27 побеждает Смакей. В принципе, борьба была, да. Да, да, я отставал перед последним боссом на 7 баллов, да? Да, у тебя уже шансов не было, к сожалению. Ну, ничего. Это для меня. Да, для меня. Ну, мне было очень интересно все равно. Тем более платформа неизвестная. Вот единственное, только где я лучше играл, это только на боссах шмапах. Все. Все остальное ты также прошел. Ну и повезло мне со Спаркстером. Как-то на шару прошел. И да, тем 80 людям я говорю, он не полный идиот. Но бывает иногда. В общем. Спасибо. Было интересно, на самом деле. Я некоторые игры я, пожалуй, поиграю еще из этих. Кто, кстати, составлял? Ты исполнен Гриша? Не, Гриша составлял полностью. Чисто Гриша, да? Ну, Гриша молодец, хороший босс-раш. Мне понравился. Ну, старался. Замечательно. Не было файтингов, это меня очень радует. Файтингов? Да, я не хотел файтингов. Ну, единственный раз только в Mortal Kombat, по-моему, играли. Нет, там были еще у Богатского черепахи и, по-моему, ну, босс-раш для Богатского там этот был. Не помню какой. Там у него два Mortal Kombat было у Богатского. Мазин Саби еще был. Да, да, да. Вот, как-то так. Ну, хорошо, что понравилось. Старался выбирать адекватные игры с адекватными боссами, чтобы все было нормально и проходимо. Все, спасибо большое, Риша, спасибо остальное, большое всем остальным, кто поддерживал. Да, тоже что спасибо. Вы там дальше будете проходить сейчас? Так, ну, сейчас узнаем. Да. Ладно. Ну все, я тогда отключаю трансляцию, да? От пошел. Да, ну все, значит, отключу. Ладно, ребятки, все, мы вернемся чуть-чуть. Сразу, буквально через пару минут, так что расходимся. Ну бокалом не пиздуй, отключатель, блядь. Так, ладно, ребят, я...